Всем привет, с вами Михалыч. Друзья мои, вот смотрите, какую интересную штуку я себе приобрел. Те, кто пользуется антипаразитом, они знают, некоторые неудобства есть, да? Вот те держалочки, за которые держаться, ну, ты вцепился в них, и ты сидишь там 7 минут как минимум, если там на первой позиции там работаешь, да? Вот. Ты ничего руками этими сделать не можешь. Ну и неудобно, скажем так, немножечко. Так что ребятки-разработчики, значит, придумали множество разных интересных штучек. Вот мне пришла вот такая вот штукенция. Я вам сейчас покажу и расскажу про нее. Все. Выбирал, я думаю, выбрал то, что нужно. Ну, здесь инструкция вот внутри. Все это, как говорится, инструкция самая простенькая. Вот. Как там, куда что накладывать, где что защемлять, как их устраивать. Здесь вот, пожалуйста, у нас стоят те же самые шипы, то есть один красный шип, вот для красного, другой для черного, то есть который там типа масса там, а другой, как говорится, не масса, вот, то есть сигнал. Вот, здесь эти вот пластинки, видите, да? То есть здесь все очень легко закрепляется. Вот. То есть откручиваешь вот так вот от руки спокойненько. Видно, наверное, да? Вот, видите, какая бабышечка интересная. Сюда вставляешь это дело. И все, притянул. Все. Система готова к работе. И дальше эту систему мы можем себе вот так вот на руку поставить, да? Второй то же самое, на другую руку. Либо по диагонали, рука-нога, либо на ноги поставить, куда угодно. То есть руки у нас свободны, мы можем еще чем-то заниматься. В конце концов, сидеть, читать книжку можем, если нам это необходимо. Да? Или там, кто любит вязать, пожалуйста. Вот такие вот пироги. Ну, я не знаю, ребята, как вам, но мне эта штука уже нравится. Вот, понимаете? Вот. Так что, если есть интерес... Да, кстати, там еще... Они придумали, что вот такие бабышечки, как говорится, потолще, чтобы как поудобнее держать можно было бы, да? И еще есть диски, на которые вот на ноги, например, раз, шлеп-шлеп, или их прикладывать на тело туда-сюда можно, понимаете, с той, с другой стороны. Это вот, я вот думаю, что, может быть, в некоторых случаях она, эти диски тоже больше, будут как бы более полезны, вот, чем... Все остальное. Потому что электродами приложить, его чем-то фиксировать надо как-то более так конкретно. Да? А диски, они как раз площадь какую-то занимают. Так что, друзья мои, еще раз говорю, производители наши заботятся, как говорится, не только о себе, но и о нашем удобстве в этом плане. Поэтому я им выражаю свою благодарность, скажем так. Вы скажете, да, о деньгах они своих беспокоятся. Естественно, вы тоже о своих деньгах беспокоитесь. Дурак только не беспокоится о своих деньгах. Вот. Я вам скажу то, что кто-то чисто только на себя работает, а кто-то еще и людям помогает. Вот. Ну вот, друзья, если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем всего доброго. Да, кстати, ссылочку я всегда оставляю, где я заказываю, под видео. Понимаете? То есть я уже у этого поставщика назаказывал столько, наверное, заказывал, чтобы под 40, наверное, там и себе, и друзьям, и родственникам, детей всех обеспечил всем этим делом. Так что еще никто не жаловался на них. Ну вот, все, будьте здоровы. Всем всего доброго.